Красноярское БСМП обитают призраки. Передача об аномальных явлениях в городе вышла на телеканале НТВ. В программе «Таинственная Россия» рассказали, что привидения постоянно ходят по больничным коридорам. Из-за наличия потусторонних сил пациенты долго не выздоравливают. Также журналисты рассказали, что больница стоит в месте большого тектонического разлома. Он идет вплоть до центра Красноярска. И из-за этого в городе якобы много аномальных мест. Авторы передачи упоминали заповедник «Столбы», культурно-исторический центр и ныне снесенное здание крайкома КПСС. Вы все еще не верите в призраков? Значит, вы никогда не были в Красноярске. Там еще дорога в морг тоже вела. Коридор полуосвещенный. Такое впечатление, что как будто бы там угол у прямого коридора. И за эти как будто бы угла там нет. Но тень какая-нибудь да обязательно промелькнет. В Краевом Минздраве пояснили, это смонтированный материал из видео 10-летней давности. Никаких аномальных явлений в больнице нет, а слова сотрудников БСМП вырезаны из контекста. В больнице современное оборудование и квалифицированные врачи, поэтому пациентам не стоит бояться вымышленных потусторонних сил.